На основе приблизительных описаний Луис Гибсон может составить портрет человека, совершившего преступление. Чем больше деталей, тем точнее будет набросок. Если преступника поймают, значит, я хорошо поработала. Луис пришла работать в полицию по личной причине. В возрасте 21 года, будучи танцовщицей в Лос-Анджелесе, она подверглась нападению. Нападавшего так и не нашли. Однако много лет спустя эти болезненные воспоминания стали причиной, по которой Луис пришла в это отделение полиции Хьюстона. Я хочу заниматься этой работой для того, чтобы поймали парня, которого в моей ситуации поймать не смогли. Свидетели преступления могут ознакомиться со специальной книгой, которая может помочь им детально описать преступника. Иногда Гибсон приходится очень нелегко. Однажды ей пришлось работать с 4-летним мальчиком, на глазах которого были убиты его родители. Я закончила рисунок, и малыш сильно рассердился и начал кричать, зачем я нарисовала этого человека. Я поняла, что смогла добиться сходства. Люди, которые были с нами, начали плакать. Луис помогает не только сотрудникам полиции, иногда ее просят вернуть прошлое. Вот эти рисунки появились со слов человека, пережившего Холокост. Он описал мне свою 7-летнюю сестру, которую он видел в последний раз на городской площади, куда их согнали. Для своих 10 лет он был очень высокий, и его оставили в группе взрослых. Он видел, как сестру убили выстрелом в голову. Луис Гибсон сделала целый ряд подобных работ по просьбе тех, кто пережил ужасы нацизма и остался один на один со своими воспоминаниями о семьях и близких. Своих студентов Гибсон призывает пойти по ее стопам и не отказываться от возможности помогать обществу.